Ну, пожалуй, помолившись, начнем. Потому что сегодня необычный формат встречи, подобного мы не проводили. Мы объясняли это в рассылке, я повторюсь. Очень много вопросов поступает к нам по электронной почте. Вопросы острые, вопросы актуальные. И поэтому мы зашились с ответами на эти вопросы. Некоторые вопросы требуют развернутых ответов, доказательной базы. Но нас на это просто физически не стало хватать. И поэтому, воспользовавшись предложением, которое, кстати, давно уже муссировалось, а почему не устраивать публичные ответы на вопрос? Ну, добили меня тем, что стали выражать сомнения, не боюсь ли я вступать в открытый диалог с аудиторией. Ну, а для мужика это всегда так, нажатие на пятки, когда мужик собирается и говорит, да чего же я боюсь? Я не боюсь. Поэтому попробуем. Что получится, от этого будет зависеть, станут ли эти встречи регулярными хотя бы раз в месяц, или мы на этот опыт, на этом и закончим свой опыт. Вопросы мы отобрали самые острые по двум параметрам. Самые острые и самые частотные мы отбирали. Но это не значит, что буду отвечать только на те вопросы, которые мы уже получили. Я готов ответить на любой вопрос из зала. С этого, пожалуй, и начну, потому что вопросов касается Путина очень много. Начиная от такого глобального, вы верите в искренность патриотизма Путина? Как понимать пропутинское патриотическое лобби из Кургиняна, Проханова, Ивашова? Это политика, спрашивает меня, игра или просто шкурный интерес? Здесь дальше идет по Путину вопрос, связанный с выступлением Севастьянова на радио Финам-ФМ. То есть сегодня образовалось очень мощное пропутинское лобби среди людей известных и авторитетных. Три фамилии здесь в вопросе прозвучали. Это Проханов, Кургинян, Ивашов. Но их значительно больше, потому что появился уже целый изборский клуб. Это пропутинское направление. Казалось еще недавно невероятным, чтобы русские люди, русские патриоты, русские националисты вдруг воспылали любовью к Путину. И объяснение они создают очень простое. А если не Путин, то кто? А если не Путин, то может прийти еще хуже. Причем вот этот процесс пропутинский, он стал захватывать все больше и больше людей. Ну, не сегодня эта тема появилась. Во время последней выборной кампании мы создавали национально-патриотический фронт. Сразу же, как только о своем фронте заявил Путин. И вот в пику путинскому фронту мы организовали, мы 14 человек, организовали свой. Первое заседание было 12 мая 2011 года. Идея была предельно проста. Набрать как можно больше патриотических организаций к себе во фронт, причем в режиме реального времени. Каждый выступает с заявлением о вступлении во фронт. Это все распространяется в интернете. И когда станет нас больше 100 партий, движений, мы проводим сначала мощный митинг, проверяя, действительно ли мы обладаем такой силой. И на волне митинга мы проводим съезд, на котором выдвигаем единого
кандидатов в президенты от национально-патриотических сил. Так было задумано 12 мая. Собрать было несложно больше 100 партий движений, потому что вот я привел с собой 24 партии, заявлениями выступили. Но когда мы собрались 12 июня, через месяц, чтобы подводить первые итоги, вдруг встретили жесткое сопротивление со стороны ряда товарищей во главе с генералом Ивашовым. Смысл их заключался в одном. Что мы не можем сейчас выдвигать единого кандидата, потому что его могут убить. Второй посыл был, а сегодня нет в стране человека, который бы мог соперничать с Путиным. Я цитирую выступление генерала Ивашова. Я тогда выступил с тем, что это оскорбление даже сидящих здесь в зале, потому что для меня Путин не соперник на политическом поле. Безграмотный преступник, естественно, мощный олигарх, и сказать, что в стране нет сегодня человека, способного соперничать с Путиным, это было, конечно, оскорбление русского народа. Вот тогда и я вынужден был уже выдвигаться от имени Союза русского народа. Почему я не могу понять, сегодня популярность Путина? Уникальная фигура Владимир Владимирович Путин. Никогда в истории России к власти не приходил преступник. Это потом, такие как Ельцин, это потом они становились преступниками. Но когда к власти пришел уголовник, это же не просто пришел преступник, это пришел уголовник, потому что статьи, которые ему вменялись в вину, это были статьи Уголовного кодекса. Это не просто покушение на мошенничество. И вот тогда же, в 2000 году, я написал статью большую «Путин – еще одна иллюзия русского народа». И к великому сожалению, все, что я писал в своей брошюре, жизнь подтвердила мою правоту. Откройте Уголовный кодекс. Ткните пальцем в статью, в любую. И окажется, что Путину в свое время было предъявлено до назначения в президенты, было предъявлено обвинение по этой статье. Там ведь все. Распродажа редкоземельных металлов по ценам в тысячи раз дешевле, чем на международном уровне. Там распродажа детей за границу через детский дом номер один. Там инкриминировалось убийство заместителя генерального директора Балтфлота. ВОЗ окорочков американских без таможни. Распродажа флота, крышевание бандитов. Там все было. По преступлениям Путина была создана уникальная бригада из Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вы представляете, сколько нужно было наворочить человеку преступлений, чтобы по нему работала целая бригада? И только Чубайс, когда пришел к московской власти, он закрыл дело, придавил его. Но недавно один из следователей
сказал о том, что незаконно было закрыто дело. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно сегодня, через 12 лет продолжения преступления этого человека, причем от мелочевки, вот по сравнению с тем, что этот человек творил потом, это все мелочевка. Уничтожение космической группировки. Свод с орбиты Международной космической станции «Мир». Уничтожение армии. Уничтожение всех наших разведок. Мы обладали уникальной системой разведцентров по всему миру. Список, а он у меня есть в книжке, страшно читать. Это все Путин. Но посмотрите, какое извращенство началось в нашей с вами судьбе. Мне говорят: Борис Сергеевич, ты что? Да разве это Путин свел мир, станцию? Это Ельцин. Разведцентр – это не Путин, это Ельцин. И вдруг сегодня, когда мы за 12 лет убедились, что человек продолжает проводить политику по уничтожению государства российского, по истреблению, геноциду русского народа, именно в первую очередь русского народа, когда только за первый срок в стране было закрыто 2000 детских специализированных больниц, и вдруг этот человек оказался сегодня незаменимым. Я понимаю врагов России, для которых именно этот человек незаменимый, но как это может быть для людей, казалось бы, всю жизнь проповедующих патриотизм? Естественно, отвечая на вопрос, в чем причина, я тоже свожу к тому, что это шкурный интерес. Мне нравится страшно эта психология, когда говорят: а кто его может заменить? А вы не боитесь, что придет еще хуже? А куда хуже? Куда может быть, что может еще придумать для уничтожения страны? Но подоплека всех телодвижений Кремля по созданию таких клубов, как Изборский клуб, по промыванию мозгов такими авторитетными лицами, как Кургинян, Ивашов и Проханов, имеет под собой одну подоплеку. Расслоить население в своем протесте против этой власти. Не дать людям сжаться в кулак. Португалия. 11 миллионов населения. При недавнем повышении тарифов вышел 1 миллион 200 тысяч. 12% населения. А вот мы, вот при таком промывании мозгов, при таком расслоении людей на протест, в лучшем случае собираем на русский марш 30 тысяч протестов. Это в Москве, который уже превышает по численности всю Португалию. Вот вам надо это не просто осознавать, вам это надо объяснять людям, что дождаться сегодня от власти мы не можем ничего хорошего. И сопротивляться этой власти, дальше мы будем говорить про спецоперации ФСБ, мы можем только силой собственного протеста. Забегая чуть вперед, дальше я буду говорить подробнее, имейте в виду. Вот эти все сказочки, иллюзии, которые раздувают
о неких структурах военных, боевых, патриотических. Это все направлено на то же самое, чтобы ослабить вас. В свое время власть активно использовала для этого коммунистов в празднике 1 мая, 7 ноября. Когда мы ходили в эти колонны посмотреть, послушать, отследить лозунги, плакаты, ораторов, чтобы ориентироваться в политике, то мы видели, какой идет разнобой в самой колонии. Когда одни с другими не хотели даже рядом идти. Долго бегали друг друга, уговаривали, потом, наконец, шли на расстоянии друг от друга. А по всем каналам телевидения показывали монолит. Аппаратура позволяет стяжку делать, и просветов не было. Шел монолит. Для чего это делалось? А для того, чтобы нашу лень и наш страх перед властью оправдать. Когда Зина сидит и толкает муженька и говорит: ты что сидишь? Скоро жрать будет нечего. Детей учить уже нельзя, потому что и образование гнилое, да еще и деньги платить. А ты сидишь у этого телевизора, поднимайся. Он говорит: Зин, да ты посмотри, какая мощь! Они скоро снесут эту власть на Липевца. Отработали этот вариант. Теперь дают сценарий круче. Создавая иллюзию неких военных заговоров, неких дубрав, где стоят уже танки, готовые к свержению Кремля, и подогревают это. Опять забегая вперед, скажу про учение, только что прошедшее в Оренбурге. ФСБ провели учение по освобождению заложников, захваченных в кинотеатре. Директриса, которой заложники якобы выпустили для заявления в прессу, она действительно выступала с трясущимися от страха губами. Она говорит: все так натурально, это страшно. Потому что ФСБ повторили сценарий Норд-Оста. Захват зрительного зала, взрывчатка. И что же из себя представляли террористы? Надоел этот беспредел, путинщина, кровавая гобня и так далее. Мы все бывшие офицеры собрались здесь. Наши требования очень простые. Во-первых, власти должны освободить нашего лидера, полковника Горовую Квачкова. Пока не будет вынесен оправдательный приговор полковнику Квачкову, он должен быть отправлен в Австралию. Выход из Всемирной торговой организации, запрет на въезд в Российскую Федерацию мигрантам из центральноазиатских стран. По легенде ФСБ, озвученной по телевидению, это сторонники полковника Квачкова, это конкретно, поименно, которые, захватив заложников, сделали заявление немедленно выпустить нашего полковника, дать ему возможность улететь в Австралию и прекратить въезд в страну граждан азиатов. В противном случае, говорит в экран террорист в маске, мы уничтожим всех заложников. И показывают сидящих женщин, которых заставили так же голову согнуть, как чисто Норд-Ост. Это что? Как не провокация ФСБ? В развитие той провокации, которую они сотворили, отправив Владимира Васильевича на 13 лет. И на суде, не имея ни единого документа, они доказали о том, что это гигантский заговор военных, и раздули его. Вот дали бы 3 года, внимания бы такого не было. Но 13 лет! Убийцам через несколько дней дали 8 лет. А здесь 13 лет! А показать мощь. Вот где-то же стоят эти танки,
вертолеты на взлете. Где-то подвешивают боекомплект к этим вертолетам. А с той же целью, что показывали коммунистические колонны. Есть сила-то. Зим, сила-то какая? Чего мы дергаемся с тобой? Скоро все будет в порядке, снесут эту власть. Давай еще певца. Нет. Это иллюзия, мы к этой иллюзии будем возвращаться по ходу выступления. Это иллюзия. Это провокация спецслужб, нацеленная только на одно. Не дать подняться в протесте народной массе. Читаю письмо С.И. Акулиничева. Недавно на радио Финам-ФМ Александр Никитич Севастьянов утверждал, что началась русская национальная антилиберальная революция, которую возглавил Путин. В доказательство Севастьянов привел войну с офшорами, работу с энергетиками, которая сейчас якобы проводится, и Рогозин, то, что Рогозин назначен на ВПК. Как уточнил Александр Никитич, вообще кадровая политика Путина, кроме Рогозина, он назвал еще Иванова. Заранее уверен, что вы не согласитесь с Севастьяновым, но важно знать ваши контраргументы. Вот сейчас перед нами разыгрывается очередной спектакль. Ну, что касается выступления Севастьянова, понятно, что это в развитии Проханова, Кургиняна и Ивашова. А вот что касается сценария, который сегодня разыгрывается перед нами, следующий этап, это якобы война между Путиным и Медведевым. Все хорошо знают, что Медведев без согласования с Путиным по утрам даже, простите, в туалет не ходит. И будучи президентом, все над этим смеялись. Он все, каждый шаг, каждую поездку согласовывал с Путиным. За что и был приведен в премьер-министр. А теперь перед нами разыгрывается спектакль. Вот Медведев – это ставленник американцев, а Путин воюет с американцем. Воюет с Медведевым. Финиш этого спектакля нам понятен. Сейчас повоюют, отправят правительство целиком или Медведева отдельно в отставку, и наш бедный народ вздохнет с облегчением. Ну, на теперь мы заживем. И этого облегчения хватит еще на несколько лет. Но ведь видите, сколько Медведев наворотил. Теперь же все это надо исправить бедному Путину. Вообще мне эта фигура, которую сегодня выставляют в средствах массовой информации, и наши так называемые патриоты, она уникальна. Из Путина делают человека, который ни на что не влияет, которого все обманывают. Ну, охота взять его и отправить в дом для этих подростков этих. ДЦП. Да нет. Ну, беспомощные, ну, невольники. Когда Ивашов говорит о том, что Путин не знал, что творит Сердюков, и доказывает это публично, что Путин-то не виноват в том, что произошло. Это Сердюков творил, а Путина неправильно информировали. И оказывается, что Путин-то не был верховным главнокомандующим. Вообще фигуру верховного главнокомандующего вообще замалчивает. У нас Сердюков, я уже говорил, блинный исполин, который сделал все, что не могли сделать ни Гитлер, ни Наполеон, ни Соединенные Штаты. Все развалил,
всех разогнал, и военную науку, помимо вооруженных сил, и военное образование, и даже военное здравоохранение. Один Сердюков. Но спрашивается, ребят, вы вообще стыкуете концы с концами? Логика должна быть. Если когда это все вскрылось, то наш президент Владимир Владимирович Путин заявляет. Первое. Никаких ревизий прошедших реформ. Стоп. Человек проворовался. Как без ревизий? Но второе заявление. Сердюков, как любой гражданин страны, имеет право занять любой государственный пост. Что делает Путин? Покрывает собственное преступление. А все весь сосредоточили свое внимание, это искусство средств массовой информации, даже не на Сердюкове. Я про Путина вообще не говорю. Но даже не на Сердюкове. А на его пассии, который занимает там 13 комнат. И вот нам подбросили ее бриллианты для обсуждения, нам подбросили ее 13 комнат, теперь подбросили ее браслет. Будет она их в бриллианты украшать или не будет эти в бриллианты украшать? И выступает представитель Генпрокуратуры и говорит, теперь с такой издевочкой, вот теперь она вместо бриллиантов будет носить браслет на ноге. Она что, раньше носила бриллианты на ногах, что? А это только одно. Отвлечение внимания. То есть даже не Путин с Сердюковым виноват, а вот это разудалая бабенка. И нам продолжает вешать лапшу на уши, доказывая, вот уже Александр Никитич дальше пошел, он уже сформулировал три фактора, доказывающие патриотизм Путина. Хотя, как только Путин ухватился за патриотизм, я зато осознал впервые, не мог понять, вот это выражение «патриотизм – последнее прибежище негодяя». Вот теперь все стало на свои места. Я понял смысл этого выражения на примере Путина. Только мы потом дальше коснемся. Сегодня все утро «Эхо Москвы» обсуждало законопроект, внесенный по инициативе Путина, о финансировании организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием. Подчеркнуто, военно-патриотическим. Началось это раньше, с большого совещания в Краснодаре по вопросу патриотизма, воспитания патриотизма, где именно подчеркивалось, и публика была собранная военная. Не просто патриотическое воспитание, а военно-патриотическое воспитание. Я это связываю с еще одним фактором, когда на вооружение вброшены гигантские деньги. Просто гигантские. Причем у нас же есть пример, как вооружалась страна Советов. Тогда тоже большие по тем временам деньги были вброшены на вооружение через, в первую очередь, науку. Сначала наука, технические разработки, а потом пошли «Катюши», Т-34. Здесь же науке ничего не достается. Все брошено на действующее предприятие. И не важно, что они сегодня выпускают. Главное, что больше. При этом абсолютное раздвоение сознания президента. То, что он не умный, я знаю. Я это могу доказать и доказал в своей книжке. Но мы же не такие дураки, если у человека дважды два не сходится. С одной стороны,
клепаем бешено сейчас танки, но это уже не Т-34. Это танки, представляющие себя сложнейшую электронную машину. А параллельно с этим созданием вот этого гигантского нового вооружения, количественно нарастающего, Путин заявляет: срок службы по-прежнему будет оставаться 1 год. Мужчины хорошо знают, женщинам объясню. Причем объясню, как, не как офицер даже, а как сержант, старший сержант. За год из солдатика только-только выбивается гражданская пирожка. К концу первого года службы паренек становится солдатом. Осадочка, выполнение приказа, ну и тот минимум, который необходим солдату. И только на второй год начинается его подготовка как классного специалиста. Мы что хотим сделать? Мы что, хотим повторить 41-й год? Эту цифру очень не любят вспоминать историки. И она как-то по периферии проходит сознание. Не ломает вот эту канву внезапного нападения. Так легче нам жить с этим сознанием. Но вот цифры любопытные. На 22 июня 41 года на вооружении Красной Армии стояло 22 тысячи танков. Из них, запоминайте, 15 тысяч на западном направлении. Немцы на это время имели 5 тысяч танков. На западном направлении было вброшено 3 тысячи танков. За первый месяц активных боев мы потеряли весь танковый парк на западном направлении. Я понимаю, внезапность действительно, мощные авиаудары, слабость тогда наших танков массовых немецким, но не настолько же. Ведь основная причина была в том, что мы не успели подготовить мастеров-танкистов. Мы сейчас наклепаем на эти гигантские деньги. Нас еще будут потом призывать. Потерпеть, затяните пояса. Но что делать? Надо возрождать армию. И тогда получается, что мы кого посадим за рычаги этих танков? Я не говорю про самолет, про обслуживание самолета. Но я вам расписку даю, я клянусь, и мужики меня служивые поддержат. Нельзя за год воспитать специалиста. Ну нельзя. Тогда что наш президент? Противостоять сегодня всенародной любви народа к Путину мы можем, только информируя народ об этом человеке. И понимать одно. Каждый день этой власти – это уграбление, добивание страны. Вы обратите внимание, Путин сцепился с Америкой, закусился. А по одной простой причине – ему просто отец с сыном Буша объяснили, что они не могут его поддержать и идти на третий срок. Потому что все знают, что с благословения Америки Путин пойдет. Американцы это не поймут. Для них Конституция свята. А это нарушение Конституции. Вот когда появилась мюнхенская речь Путина. А обиделся пацаненок. Причем действительно шпаненок. Он же вверх, это тоже не хотят анализировать.
Он же вверг из-за своих личных амбиций нас в войну с Грузией. Только потому, что Саакашвили не захотел оставлять по его просьбе его приятеля, заворовавшегося председателем КГБ Грузии. И довели дело до схватки. Горячей, страшной схватки. И обратите внимание, сцепился с Соединенными Штатами. И сегодня все говорят, а кто еще может противостоять Штатам, как Путин? Но ведь те точные цифры, которые называют экономисты, мы каждый день гоним в Соединенные Штаты, продолжаем гнать в так называемый резерв, откуда никогда эти деньги не будут вытащены. Мы продолжаем кормить и укреплять Америку. Что тебе мешает в доли секунды остановить игра, на кону которой стоит наша с вами жизнь и жизнь нашего государства? Что касается кадровой политики, продолжаю отвечать на вопрос, поставленный Кулиничевым, в отношении заявления Севастьянова, он назвал Иванова. Не расшифровывая, их два, приближенных к Путину из его команды. Один это Сергей Иванов, который развалил армию, ни в один год не выполнил оборонзаказ, вот тоже психология руководителя. Иванов, будучи министром обороны, продолжает разваливать армию, не выполняет ни один оборонзаказ ни в один год, идет на дикое повышение глава администрации президента. Реально второй человек. Это по Конституции. Он там где-то в десятке. А по власти это второй человек государства. Реальной власти. Туда идет Иванов. С одним разобрались. А второй Иванов, еще интереснее, это Виктор Иванов, который у нас отвечает, название очень интересно, это ведь директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Русский язык не обманешь. Помните, у нас было управление организованной преступностью, да? Потом они стояли по борьбе. А до этого было управление организованной преступностью. Очень долго. Потом, наверное, они послушали юмористов и поменяли все-таки по борьбе. Но здесь-то, вы представляете, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Чтоб мимо ни один наркотик не проскочил из нашего кармана. И вот Виктор Иванов, который, оказывается, как свидетельство патриотизма Путина, он официально говорит, что у нас около 1,5 миллионов опиатных наркоманов. Такое тяжелое выражение, опиатные наркоманы. Все хорошо знают, что дневная норма потребления такого наркомана от 2 грамм. И если пересчитать, это официальные цифры, у них что, ума не хватает перемножить 1,5 миллиона, о которых они говорят, сами говорят официально, на 2 грамма. И получается, что за один день потребление самых тяжелых наркотиков составляет 3 тонны в день. Согласно официальному заявлению Иванова о том, что у нас 1,5 миллиона таких. Ежегодная доза России героина превышает вот эту цифру. Надо вам запомнить, чтобы нас не дурачили. Превышает 1095 тонн. Вот реальная цифра, которая вытекает из цифр
заявленных официально директором Федеральной службы Российской Федерации. Тогда получается следующее. А сколько у нас изымается этой службой, на которую тратятся гигантские деньги наши с вами из бюджета? Значит, при цифре 1095 тонн, согласно хвастливому заявлению Иванова, а он этим похвастался, что как хорошо работают, за 2011 год, более свежих данных пока нет, было изъято всех наркотических средств и психотропных, это включая и травку, ну, сено, вот это, как говорят, было изъято 24 тонны. Все остальное растворилось в России. Говорить о том, что вот эти люди, эти кадры Путина, свидетельство глубочайшего патриотизма, конечно, нельзя. Конечно, это не выдерживает критики и прав автор записки, который изначально предполагал, что я буду не согласен с Александром Никитичем Севастьяновым, но не только не согласен, но я считаю, что подобные заявления, от кого бы они ни исходили, это предательские заявления. Это все равно, что служить врагу. Дурача. И без того затурканные мозги нашего бедного населения. Началась критика Миронова. Почему не пересдаете свои статьи о необходимости национального восстания? Путин, его команда, пожирающая Россию, страшно? Или у вас теперь другая позиция? Я много раз натыкаюсь на возмущение в зале, когда мне в открытую говорят: «А чего вы Путина боитесь трогать?» Потому что я апеллирую к сознанию аудитории и пытаюсь доказать одно, что спасение страны только в ваших руках. А в ответ слышу вот эти упреки. Ну, тем более интересно слышать от меня в 2000 году, 13 лет, написавшего статью о Путине. Причем я ведь сделал очень просто. Я взял его книгу, которая тогда вышла от первого лица, так она называлась, предвыборная книга, и просто внимательно ее прочитал и процитировал этого страшного человека. Подполковник тогда КГБ пишет, как он почувствовал, что в воздухе что-то назревает, и открыто пишет в своей книге: надо было думать о запасном аэродроме. Ничего себе офицер, да еще государственной безопасности. И начал шариться по всем помойкам. Пристроился, но он врет. Он врет, потому что Виктор Иванович Илюхин рассказывал, рассказывали другие руководители КГБ. Путина выбросили из службы. После того, как он был, замечен в контакте с БНД, несанкционированном контакте с БНД. Вообще чекист, устанавливающий контакт с западно-германской разведкой, тогда
имел все шансы на повышение и на орден, если бы удалась вербовка. А здесь был несанкционированный контакт. И как рассказывал Крючков, от греха подальше, Путина перевели в Союз. Но переезд и перевод был уже под контролем. Путин врет, что он не работал в центральном аппарате. Он работал в центральном аппарате, но недолго. Когда его зафиксировали снова на контакте с БНД, уже в Москве, проверили начисто, крепко, есть ли слив информации. Слива не было. Это был пока чисто дружеский контакт, но все же понимают, чем это заканчивается. И Путина убрали из комитета. И вот тогда он начал шариться. Сначала помощником, как теперь пишут, ректора, проректора. Большие две разницы. Ну а потом он прошел всех в помощниках. Тут и Собчак, тут и Паша Бородин, тут и Валя Юмашев. Все варьё. Ведь по Бородину тогда даже за границей не выдержал, его загребла варюга. Материалов на Бородина сверх головы. Ну, Валя Юмашев вообще интересная фигура. Я с ним знаком по комсомолке, работали вместе. Это бывший глава администрации, кто не помнит, зять Ельцина. Он, видите, взошел на том, в московском комсомольце сначала, что первый открыл тему ночных бабочек. Другого слова использовать было нельзя в прессе. И он начал писать про ночных бабочек. Специализация появилась. Причем писал так сладко про них, что при первом же опросе ленинградских тогда еще школьников, то в идеалах у девочек оказались вот эти ночные бабочки. Потому что сам Юмашев, по-моему, глотал слюну, когда узнал, сколько они зарабатывают. И вот эту зависть он перенес. Но на этом сделал карьеру, его забрали в комсомолку. Ну а потом уже дошел до второго человека в государстве. Путин и у него был в помощниках. Как говорил поэт, знали бы вы, из какого мусора, да, если перефразировать, знали бы вы, из какого мусора создают сегодня наших правителей. А знать надо, чтобы не было никаких иллюзий, чтобы нам ни за какие деньги Ивашовы с Проханову не вскруживали голову и не сбивали нас смотреть на вещи трезво и прямо. А это делается очень легко. Мы опубликовали, и это был потрясающий эффект. Медведев заявил о праздновании 20-летия новой власти, новой России. Причем говорил об этом несколько раз. Мы тоже решили встретить их праздник. Собрали все данные 20-летия этой власти и опубликовали их. Ну, не знаю, как сошлось. Но ведь они заткнулись. А празднование 20-летия, которое мы хотели, это была разработка, мы ее распространили широко, она была поддержана. Мы хотели их праздник встретить черной ленточкой, которая обвязать все, что только можно. Вы знаете, как-то тихо-тихо, но праздника у них не получилось. Вообще! 20-летие новой России, как провозглашал Медведев, не состоялось. Так вот эти цифры, это и есть результат работы власти. Если сегодня они реально называют цифру, что у нас 62 региона банкроты, это и есть власть. Это результат работы власти. Мы делали интересную сверку. Когда берешь область российскую,
нерентабельную, которая по населению и по бюджету равна преуспевающим бывшим республикам Союза. И оказалось, что имея равный бюджет, примерно равное население, та же Грузия преуспевает, а наша область имеет тот же самый потенциал. Почему-то банкроты. Да не регионы банкроты, власть банкрот. И вот это надо понимать. И сегодня этих банкротов, умышленных, приведших к этому страну, потому что легче всего управлять зависимым народом. И что такое область, которая будет жить или не жить от того, что Москва ей какой кусочек отломит? Это ведь и есть политика власти. Держать народ на голодном пайке и кормить его с руки. Зачем, спрашивается, нужно оббирать регион, забирая у них все, что они собрали, а потом из общего котла ложечку дать еды? Так спрашивается, ну поделите хотя бы 50 на 50. 50 железный регион оставляет у себя, 50 на общефедерально. Что за политика? А политика – корми с руки. Могу дать, могу не дать. Почему такие шелковые губернаторы? Почему такие послушные, идущие на всякие преступления? Антиконституционные, когда фальсифицируют результаты выборов. А потому что он знает. Завтра перекроют кислород. И тебя же собственный народ, который тебя только что избрал, снесет. Вот что делает Кремль. Это их политика. Политика Путина, которую сегодня патриоты пытаются превозносить. Уважаемый Борис Сергеевич, на вечере памяти Сталина в ЦДЛ вы неожиданно остро отозвались о фронтовиках, которые, как можно было понять из вашего выступления, проявили массовую трусость в истории и с изгнанием Жукова из министра обороны, при этом высылались на материалы Октябрьского пленума ЦК КПСС 1957 года, и с выносом тела Сталина из мавзолея 1961 год. Вы понимаете, что обвинили в трусости тысячи фронтовиков, доказавших свое мужество на полях Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, в том числе тех, кто за проявленное мужество был удостоен и двух, и трех золотых звезд героев. А по вашему мнению, выходит, что люди, не боящиеся смерти, презревшие смерть в бою, могли струсить в мирное время. Надеюсь, что вы найдете в себе мужество извиниться перед оскорбленными вами фронтовиками. Кандидат исторических наук, член Союза писателей СССР, член Союза кинематографистов и Д. Савнуков. Да. Было такое. Выступая вот не только что недавно в ЦДЛ, я не обвинял. Я никого не обижал, я просто поделился своими сомнениями, своими недоумениями, что происходит с нашим обществом. Вот что происходит сегодня? Десятки тысяч, ну у нас две было цифры за 9-10 год, там 57 тысяч детей изъяли из семей. Вот приходят в дом какие-то базарные бабы и собес. Берут детей и уводят из дома. А мужик, полноценный мужик, 40 с небольшим лет, приятный мужик, русский, и он в камеру журналистам плачет и говорит, ну я на трех работах работаю. Ну да, вот у меня тесно. Ну посмотрите, у меня же прилично все, вот я же стараюсь. А там действительно аккуратно выструганы вот эти палати, да? Там в два или в три этажа.
сильно чистенько все, все подклеено, там клееночки, все. Пришли тети и говорят, у вас ненадлежащие условия жизни детей. И уводят детей в детдома. И таких только за один год 57 тысяч. Вы знаете хоть один случай, чтобы какой-то из этих бабищ проломили голову? Вот тут же. Вот это что за психология наша? Вот мы знаем, что Путин убивает страну. Что Путин убивает народ. Потому что сегодня уничтожено напрочь здравоохранение. Из года в год они признают, что у нас фальшивые лекарства. Не хватает медицинских учреждений, не хватает врачей. Но мы же пересчитали вот эти гигантские деньги. Мы взяли только один пример. Саммит азиатско-тихоокеанских государств в Приморье, в Владивостоке. Когда настроили мостов, дорог и закупили какое-то бешеное количество БМВ. Специалисты называют, триллион было потрачено. Триллион был потрачен. Путин признал, официально 860 миллиардов было потрачено на саммит. Саммит продолжался 2 дня. Специалисты-строители пересчитали эти деньги, и оказалось, что на эти 860 миллиардов рублей можно было отстроить 1091 больницу областного масштаба со своей кислородной станцией и энергетической установкой резервной. То есть полное обеспечение. Вот когда мы слышим, что там на какую-то лыжню уже потратили 8 миллиардов, а лыжню еще не отстроили в Сочи. Планировали миллиард. Ну, ушло 8, а еще ее нет. Но уже 8 ушло. И мы привыкли. Там Сердюков потащил миллиард. Там Русгидро, пацанята, которые там собрались. Действительно, пацанята, 20 лет. Миллиард у них растворился туда-сюда. Тут 800 миллиардов называют Степашин, проверили ряд объектов. А мы привыкли к этому. Для нас миллиард это вот мимо. А вот теперь две цифры. 860 миллиардов это строительство 1091 больницы. Вот вместо того, чтобы поражать, удивлять иностранцев, а на самом деле, чтобы официально раздербанить еще несколько миллиардов, мы бы построили 1091 больницу, и проблема медицинских учреждений была бы закрыта. Встал бы вопрос о кадрах. Что вы думаете, этот пацаненок Ливанов? А я взял, набрался терпения, и когда стали воевать с Министерством образования за РГТУ, я изучил биографию всех заместителей министра, ну и включая министра, нынешнего образования. Слушайте, если бы я был, продолжал оставаться министром, и мне бы нужны были уборщики, я бы их в эту команду не взял. Ничтожный опыт работы. И такой карьерный. У нас сегодня первый зам, нет, она зам-секретарь Министерства образования девочка, которая после окончания института пришла работать в мэрию Санкт-Петербурга, и больше у нее опыта работы нет. А дальше ее переместили в замминистра образования, и все. Они не знают ни страны,
Они не знают ни народа. И что вы думаете? Вот это закрытие. У нас там как? Значит, 460 филиалов и 136 вузов. А что такое филиалы? Ну вот, может быть, вы там, москвичи, себе трудно представляете, у вас здесь все центровые вузы. А вот у нас в Сибири, допустим, филиалы – это полноценный вуз. Просто он считается филиал. Но это такой же громадный вуз, только филиал. Так вот, закрытие вот этого гигантского количества вузов, это что, без ведома президента, вы хотите сказать? Опять президент ничего не знает, опять его неправильно информировали. Чтобы вот эта пацанва из Министерства образования самостоятельно взяли и уничтожать образование наше российское. И вот здесь мы должны отдать должное двум людям. Сергею Николаевичу Бабурину и Ивану Борисовичу Миронову, которые подняли свой вуз на забастовку. После чего Ливанов не так давно объявил о том, что больше таких закрытий, как РГТУ, не будет. Вот эти два человека, уволенные с работы, Ивана еще исключили из магистратуры, он получал второе образование, вот они с собой закрыли эту брешь, скорее всего, перепугавшись восстания студентов, а студенты – это не рабочие. Уж если эти заведутся, то тогда парижская весна 68 года покажется мелочью, потому что поднимутся русские ребятки. Они убедились на примере Манежки, что такое бунт русских мальчишек. И они поняли, с чем они играют. Они ведь туда пригнали 6 автобусов ОМОНа и не решили штурмовать. И, конечно, сказали Ливанову, еще одна забастовка и вылетишь. И все, и попятились они. Вот два человека. Вот сумели остановить уничтожение образования в стране. Хотя бы чисто физически. Потому что дальше надо бодаться за программу. Я все никак не могу найти, долго надо рыться в архиве. Меня в свое время поразила программа Третьего рейха для русских школ на оккупированной территории. Немцы открывали школы, но под своим контролем. Меня поразила программа по русской литературе. Она была раза в два больше, чем сегодня программа по литературе, установлена этим оккупационным режимом. Я всегда говорил, что сегодняшняя оккупация страшнее гитлеровской оккупации, потому что там нужны были рабы. Здесь мы даже как рабы им не нужны, потому что выполняется программа, которая тогда проговорилась Маргарет Тэтчер. 15 миллионов вполне достаточно для страны, которая обеспечивает Запад ресурсами. Внимательнее смотрите за своими школьниками, чему и как их учат. Ведь то, что делают сегодня в школах, это действительно готовят не граждан, это готовят обслугу самого низкого пошива.
Так вот, возвращаясь к вопросу моего оскорбления якобы фронтовиков, я ссылался тогда, выступая, на непонятные мне вещи. 57-й год, Октябрьский пленум. Жукова с треском выкидывают из президиума ЦК, а до этого, днями раньше, из министров обороны. Борьба за власть, понятно, ничего удивительного нет. Меня поразило, кто присутствовал, кто голосовал и кто выступал. Это долгий список всех маршалов Советского Союза. Малиновский, Конев, Рокоссовский, Соколовский, Еременко, Тимошенко, Березов, адмирал Горшков, генерал армии Батов, Захаров и так далее. Все. Потом они еще разъедутся по стране и будут выступать по стране, обвиняя Жукова в том, что он не мог справиться, недооценил значение вооруженных сил и роли солдат. Я понимаю. Ряд из них, конечно, получали от Жукова зуботычину. Ряд не могли простить, потому что по вине Жукова были сорваны или проиграны ряд операций, обошедшие нам в жуткие жертвы. Я все понимаю. Но вот так, чтобы всем дружно, по указке одного, для них кто такой Хрущев? Генерал армии, который подвязался в военном совете. Совершенно верно. Которых они все не терпели. Генерал-лейтенант. Так вот, на фотографиях везде он генерал-майор. Так вот, как они могли так безропотно броситься травить своего, ну хотя бы из чувства солидарности с фронтовиками. Ну хоть один вякнул бы. Ну уж давайте, мужики, порогам дадим, но не настолько же, чтобы они вообще отвалились. Он же не потерянный человек для армии, для вооруженных сил. Тем более, что Жуков признал свои ошибки. Нет, как псарня по команде одного бросились травить. А дальше еще сильнее и страшнее. 61-й год. Власть готовится выносить Сталина. Делается это в совершенно секретной обстановке. Под видом подготовки к параду, а действие происходило в ночь с 31 октября на 1 ноября, под видом подготовки к параду вся Красная площадь и за ее пределами были оцеплены войсками. Под видом реставрации мавзолея все это было закрыто фанерами разрисованными. И глубокой ночью Сталина вынесли из мавзолея, закопали и ждали, готовились к народным волнениям. И власть была поражена полным спокойствием народа. Я не понимаю. 61-й год. Фронтовикам, которые с именем Сталина погибали, поднимались в бой по 40, под 40, чуть за 40 лет. Ну, пересчитайте. Это же прошло 16 лет, там 20 лет, 30 лет, ну под полтинник максимум. И все промолчали. И вот здесь напрашивается вопрос. Я-то эту задачу ставил перед братьями-писателями, выступая в Центральном доме литератов. Я сказал, вот тема для понимания ситуации, психологии людей. Это наша задача копаться в психологии писательской, чтобы понять, что сегодня происходит, вот это овечье молчание. Меня сейчас обвиняют, что я оскорблял фронтовиков. Нет, я задаю вам этот вопрос. Что происходит с нами? И как могли ни один фронтовик? А я интересовался в свое время, работая в «Правде», в архиве.
А приходили, когда первый раз наткнулся на эти документы? А приходили письма? Там статистика-то жестко ведется. Ну, хоть одно письмо. Нет. Нет. И вот что происходит с нами сегодня? Есть тут прямая ветвь, прямой отросток происходящего от вот этого нашего молчания. Я нахожу другой ответ. В ЦДЛ я об этом не говорил. Для меня это большая разница между мужеством военным и мужеством гражданским. У военного человека выбора нет. Вперед. Приказ отдан, за этим приказом стоит трибунал. И размышлять, идти или не идти, нет возможности. Выбора нет. Сегодня выбор есть. Можно подняться и идти на митинги, на марши, в эти залы. А можно сидеть. Поэтому гражданское мужество по своей мужественности несравнимо с военным мужеством. Хотя военные больше всего любят говорить о своем мужестве. Что же они сегодня его не продемонстрируют? Когда полковников, самых заслуженных, такие легенды, как Хабаров, бросают за стенки. Где это мужество этих военных? По приказу умиравших в Афганистане, в Чечне, а здесь молчащих. За своих командиров. Это же нарушение присяги. А здесь молчат. Выбор есть. Отсидеться или подняться. Поэтому подвиг, который совершаете вы сегодня, он превышает подвиг, который совершают вояки по приказу. Хотя их и увешивают. Хотя их и увешивают бижутерией мужской. Как сказала одна умная женщина, она сказала, говорит, вы нас ругаете за наши цацки? Да ни одна баба все свои цацки ни разу, все сразу не одевает. А вот вы, говорит, мужики, любите. Хоть до пупа, хоть ниже пупа. Меня поразило, когда был юбилей спецназа ГРУ. Чествовали одного комбата, а это высшая должность командира бригады спецназа. И он увешанный в прямом смысле слова орденами, ну, не по коленке стучали, нижний ряд по коленке стучал. Мы сидели в вип-ложе, он сел рядышком с гигантским букетом цветов, который он держал двумя руками. И я уточнил у него, какими бригадами командовал. И говорю, ну что, полковник, не жалеете о том, что бригаду-то сдали? Он говорит, в каком смысле? А я в свое время в романе «Сумасшедший» писал подлинный случай, когда встретились фронтовики между собой и комбат, который выжил после двух пулевых ранений в живот, когда немца взяли, прозевнули пистолет, и он засадил ему две пули в живот, и комбат продолжал говорить, да не стрелять, доставьте в штаб, и выжил. И он на встрече фронтовиков заплакал и сказал об одном жалея, что батальон в 45-м году распустил. И я по аналогии спрашиваю этого полкаша. Я говорю, не жалейте. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, то, что сейчас происходит в стране, а в это время как раз ударили по спецназу и уничтожали его. Руки не чешутся, бригаду в руки и вперед. Я не договорил.
Он так побежал. У него цветы рассыпались из рук, руки дрожали, у него цветы рассыпались из рук. А темный зал, и он заметался, куда там пристроиться. Это что? Это что с нами происходит? Что ему эти мужские цацки даром дали? Нет. За кровь и за подвиг. Я верю, что это героический полковник. Верю. И на смерть шел, и на смерть посылал, и побеждал. Верю. А почему же здесь? Он что, не видит врага? Что за страх сидит в нем? И мы должны преодолевать, я ниже об этом буду говорить, преодолевать в них этот страх. Это наша с вами пропагандистская агитационная работа.